Еще один референдум. Олег Ляшко предлагает всенародным голосованием запретить продавать землю иностранцам, о чем и поведал студентам сельхозтехникума в Черниговской области. Нардеп также хочет спросить народ, необходимо ли снижение пенсионного возраста для женщин. А весь список вопросов для референдума Ляшко обещает составить после поездки по регионам, где и будет собирать необходимые 3 миллиона подписей к весне следующего года. Всі українські селяни проти продажу землі. Всі українські люди проти продажу землі іноземцям, бо кожен думає про завтрашній день. Я не хочу, щоб українці ходили батраками на своїй рідній землі. Ну и это уже третий призыв к референдуму провести народное волеизъявление. Также требуют выбор Медведчука и коммунисты. Правда, по поводу вступления в таможенный союз.